Всего один раз за время общения с прессой Регина Шимкуты оказалась в затруднительном положении, и то на короткое время. Одна из журналисток задала вопрос о ребенке Регины, которым на самом деле оказалась дочка Елены Сливинской. А у меня вопрос к Регине, правда, он немножечко личного плана, но правда очень интересно. Скажите, если я не ошибаюсь, с вами дочка, да, сегодня пришла? Нет, это моя дочка. А, ваша, да, это видно, болельщики наши постоянные. Все остальное время, что продолжалась пресс-конференция, Галеадор нашей команды держалась максимально уверенно и однажды даже ухитрилась перефразировать знаменитую поговорку. Есть такая пословица: за одним зайцем погонишься, а двоих не поймаешь. Поэтому приоритетов нет, будем брать обеих. Какая перефразировала: за двумя погонишься. Ну, это хитрая Шимкуты. Невооруженным глазом видно, что настрой Шимкуты перед решающими матчами сезона самый что ни на есть боевой. Регина жаждет побед на всех фронтах. Кстати, в преддверии полуфинальных матчей с Ладой напомним, что именно Шимкуты со Сливинской были признаны лучшими в ростовской команде на предварительном этапе. Вообще, я не люблю эту команду, и у меня получается, как всегда, худшие игры. Сегодня, на удивление, было лучше. Ну, в основном, как бы, все мои игры с Ладой, у них дома, у нас, ну, я их не люблю, как противников, но сегодня не знаю, как. Меня понесло, наверное. Ну, сегодня в правильную сторону. После баталии с Ладой Ростов-Дон ожидают другие полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Кубков, в которых нашей команде будет противостоять французский ИСИ Пари. Ряд игроков, скажем, европейского, мирового уровня в этой команде есть. Потому что ИСИ НИТЭ – это, ну скажем, основной шпиллер сборной Франции. Хороша норвежка играет, Мардал. Она интересна по тактике. Человек разноплановый. Она и на краю играет очень активно. И в центр выходит, как бы плей играет. И пенальти пробивает. Укомплектованы достаточно интересными легионерами. Вот они, может быть, не такого звездного, как Зените, скажем, уровня. Но то, что они игроки своего клуба и играют очень полезно, это и Полька, тоже хороший краюшек, Левша с Балкан. Вот команда немножко другого плана. Вот это и с одной стороны интересно, и с другой стороны трудно. Ну, я должен сказать, что на этой стадии слабых нет уже. Единственное, что нам, может быть, в коем разе где-то повезло, что у нас первая игра там. Что мы им хоть немножечко, может быть, с той атмосферы потом посмотрим, как домой это все переносить. Соперника уважаем, считаемся с ним. Но зачем мы проходили Лейпциг? Чтобы бояться французов? Нет. Первый полуфинальный матч чемпионата России против Лады ростовчанки проведут 28 марта в Тольятти.